Вы на канале Эксперт Алиэкспресс, и в этом видео я буду разбирать велоколонку фонарик для последующей замены слабого по емкости аккумулятора. Как разобрать колонку аккуратно, я не имею представления, поэтому использую все имеющиеся инструменты, чтобы вскрыть силой. Вам рекомендую внимательно смотреть и не повторять моих ошибок. Вот они крепления, и я их поломал. По всей вероятности, придется обратно клеить. Используется стандартный литий-ионный аккумулятор 18650 на 3,7 вольта. Припаян точечной сваркой. Для замены буду искать аккумулятор с более высокой емкостью. И для пайки использовать кислоту. Собрать обратно будет значительно проще, чем разбирать. Обратите внимание на этот проем. В него нужно уложить провод, идущий на динамик. А контакты аккумулятора рекомендую заизолировать изолентой. Ссылку на обзор колонки смотрите под видео в описании. Если ролик был полезным, обязательно жмите палец вверх.